В ходе брифинга председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцева было сообщено о первой поставке партии экспресс-тестов на коронавирус в Одесскую область. Украина обеспечена тестами по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На этой неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Тесты для выявления коронавируса должны быть доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника. В ходе брифинга губернатор Одесской области Максим Куцый также подтвердил эту информацию. На сегодняшний день мы ожидаем сегодня до конца дня поставку першої партії від центральних органів виконавчої влади, експрес-тестів, тестів ЦПР. Це тести, які нададуть нам змогу робити швидко лабораторні аналізи тут, в місті Одеса, та впродовж доби визначати, чи хворий пацієнт, чи не хворий, підтверджується, чи спростовується підозра на коронавірус. Також було передано спеціальні захисні респіраторні маски найвищого рівня захисту та комбінезони захисного типу. Ночью 23 марта в Одесском аэропорту приземлился спецборт из Киева с экспресс-тестами по коронавирусу, а также спецсредствами защиты врачей. Одесса стала гуманитарным хабом. От нас груз будет доставлен также в Николаев, Херсон, Винницу, Крапивницкого. ПЦР-тесты сразу будут доставлены в лабораторные центры в Одессе. И наши ученые смогут эффективно и быстро определять болезнь.